А на столе те Путин был. На столе те Путин, вот. Моя фотография на доске почетами лиц, самый первый. Я его охранял. Сейчас наступила глубокая осень, на улице похолодало. А это значит, что самое время записывать блоги, как я провел это лето. Если сказать коротко, то это лето я провел очень разнообразно. Предыдущие лет 10 мне не удавалось ездить на юг, потому что то не было денег, то не было времени. Ведь у видеографа лето – это самая рабочая пора, когда появляются заказы и нужно работать. Но в этот раз мне повезло, у меня освободилось время и было достаточно денег, чтобы съездить на юг. Начну с наиболее яркой поездки, а именно поездки в Грузию. В Грузию я поехал на машине. Это позволило мне заезжать во множество интересных и красивых мест. Об одном из таких я сейчас расскажу. Еще